А теперь представители чемпионов премьер-лиги 2011-2012 года, а именно футбольного клуба «Кубань». Государственный академический кубанский казачий хор под руководством Виктора Захарченко. А почему бы нет? Встречайте! Ну что ж, дорогие друзья, давайте еще раз поаплодируем и поздравим этих замечательных ребят, которые целый год трудились. Я предлагаю повторить, что делают парни, потому что все, что они сделали для вас. И мы искренне надеемся, что в следующий год с половиной вы будете радоваться их успехам. Мы ребятам уже здесь желали побед в будущем, побед премьер-лиги. А я сейчас хочу сказать, ребят, я вам желаю прежде всего после окончания сезона как следует отдохнуть, а потом уже думать о будущем. И давайте еще раз аплодисменты чемпионам! I've paid my dues time after time. I've done my sentence, but
benefit, no crime. And bad mistakes I made a few. I've paid my shelves and kicked in my face, but I've come through. It's the morning, 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 morning. We are the champions, my friend. Спасибо! Кубань чемпион! Кубань чемпион! Кубань чемпион!